Товарищ, я вижу елку. Поехали ее заберем к себе. Это моя елка. Я ее заберу себе. Нет, Левиафан, это исключено. Мы первые нашли эту елку. Поздравляю вас с Новым годом и желаю, чтобы ваши желания все исполнились. И спасибо вам за долгий путь моего канала. Боярин. Зачем ты меня звал, солдат? Я звал вас для того, чтобы вручить этот подарок. Стой, стой! Давай перемирие! Сегодня ведь Новый год! Так уж и быть, ладно, поехали к нему! Дорогие друзья, этот год был очень сложным для нас всех. Надеюсь, следующий год будет гораздо лучше. Всех с Новым годом! И ваши желания, которые вы загадали, обязательно исполнятся. Ого! Черт, я забыл подарить подарок Хиральду. Думаю, обычной мягкой игрушки будет мало.
Это не то. Это вообще хлам какой-то. О, боярин. Хираль будет рад этому подарку. Подарок? Ладно, открой его на Новый год.